Всем привет, народ, с вами Алекс, и мы продолжаем играть в Дальнобойщики 2. Итак, я не знаю, куда мы сейчас поедем, нужно, наверное, вид немножко поменять. Так, мышка мне не нужна, если не ошибаюсь. Значит, что мы делаем? Нам нужно включить карту. Так, и что у нас, собственно, по наймам? F3, F4. Наймов у нас немного, я бы такое, что нанял бы наймов каких-нибудь, или же купил им тачки. А что у меня с зелком с моим? Он полностью заряжен, кстати. Че, поменяемся, наверное, с КамАЗом. Оставим ему узелок. КамАЗ продадим. Возьмем что-нибудь заряженное. Или КамАЗ зарядим. Я не знаю. Но у меня, по идее, узелок заряжен, но не полностью. Но заряжать их идеально только в бухте. Потому что там можно их полностью зарядить. А в других городах полностью не зарядишь. Да и, в принципе, на трассах. Не знаю, как лучше поступить. Я не знаю, кто у меня, кстати, здесь на тягачах. Но КамАЗ явно не тягач. Че, пробуем пересесть на КамАЗ? Хотя нет, давайте мы сначала, наверное, груз возьмем какой-нибудь интересный. Так, зеркало. В смысле? А, я понял, только из салона. Окей, так, на зеленый проскакиваем как раз удачненько. Газель какая-то стоит. Мартини. Кока-кола. Что за грузы такие? Автомодели. Анапепсин. Это, кстати, у нас стоит сканер? Нет, да, вроде бы стоит. Анапепсин должна быть дрянь какая-то. Так, пересаживаемся на КамАЗ. Поменяться местами. Мы третий в гонке. Куда мы едем? Надеюсь, не вол... Понятно. Пересаживаемся дальше. Ядрить тебя налево. Твою газель. Приозерск. Погнали. Я же... А, нет, все четенько. Зелок с нами. Давай, зеленый, пожалуйста. Почему они на желтый могут трогаться, а я нет? С фарами, наверное, у меня проблема, да? У меня, наверное, морда вся расквашенная. Короче, топлю в пол, пока что без контрола. Нужно того чувака обогнать и вырвать... А, лицензия. Просто только что подумал, что наш зелок разгрузился. На эти, кстати, насрать. На штрафы. Будем топить за лицензию. Что с газелькой? Рама убитая, больше трети не переключается. Понятно. 9.1.1 и погнали заново. $1200. 1300 даже. Просто с убитой коробкой далеко я не уеду. Хотя вот третий у нас... У нас коробка вроде бы не светилась, у нас светился только кузов, типа убитый, но... Может, она реально просто обороты не докрутила по скорости. Сорян, чуваки! Я случайно просто врубился в копов. Да, фары включены, видно по деревьям, что они включены. Могу даже поморгать, видели, да? Просто, как всегда, игра лагает, а нифига не видно. Видимо, не раскрутил нормально обороты, а кузов, ну, естественно, был побитый. Того чувака я не знаю, попробую догнать. Главное, чтобы он был в поле зрения, тогда догоним. Если нет, то хрен мы его догоним. А газель это, судя по всему, наверное, мы ее только наняли, потому что она просто так стояла. Может, мы летели в прошлой серии в Южный, чтобы нанять кого-то? Как думаете? Или мы не успели нанять никого? Или мы, может, хотели два чувака нанять? Ой, вот эта тачка зря едет. Офигеть, вот это я проскочил. Так, ну я даже не знаю, может стоит нам протопить на красный, а там уже копам заплатить попробовать или не получится. Просто хотя, знаете, вот какие копы попадутся. Я не знаю, какие нам попадутся, может попасться какие-то засранцы, с которыми у нас ничего хорошего не выйдет. Но на газельке у нас есть все шансы. Все. Так, а куда мы едем? Приозерск? Да, ну нормально. Проскочим, проскочим. Ой-ой. Надеюсь, шансы у меня все есть. Подобие какого-то китайского мини-купера. Зеленый, вообще супер. А тот чувак сейчас проедет, ему пофигу, там зеленый, красный, он проедет. Главное нам самим там не остановиться. Можно, конечно, по обочине попробовать пролететь.
И нам горит красный. Мы вот сейчас так по-идиотски сделаем. Как-то... Вот так, я не знаю, так можно или нет. Мы сейчас узнаем, потому что там вертолет летает. И он нам точно скажет всю информацию. Что нам делать, тормозить или ехать дальше? А только он на подъеме будет. Тихо, тихо, тихо. Чуть не удержал. Так, я уже вижу, это, судя по всему, дафик. Нас штрафанули за превышение. Уже чуть не опрокинулся. Даф там летит. 110 прям. Даф валит очень сильно. Это самый быстрый грузовик в игре. Быстрее дафика только этот, как его зовут? Только BMW, наверное. Ну, хотя волжанки тоже быстро ездят. Слушайте, походу прокатило. Но даф можем не догнать. Даже стоковый валит сильнее, чем газель. Причем под управлением компа. Еще один штраф. У нас есть шанс там уже в самом городе пролететь на красный. Положить на копов. Если он будет все-таки быстрее нас. Он пока будет стоять на красном, если вдруг будет красный. Мы, естественно, залетим на базу, разгрузимся, получим лицензию. А дальше уже дело в шляпе, там штраф заплатим, да и все. Времени нам точно хватит кого-нибудь нанять. Ой, супер, молодец, газелька, я тебя люблю. Газелька лучшая машина в мире. Просто вот так вот его тормознуло. Даже наш найм сейчас его обгонит. Да, видно было, зелок вроде бы начал обходить, но нет. Он впереди. Так, я первый из шести. Первый из шести. Это уже хорошо. Прицеп. А, желтенький, понял. Я думаю, может, я его здесь бросил. Так, за превышение меня не отымеют? Наверное, нет. КамАЗ он поддержанный продается. Так, ну тот КамАЗ мы пока что не трогаем. Газельку можно на что-то поменять, потому что... КамАЗ нужно менять позже. Я не хочу ехать в Алмазный или из Алмазного. Это очень долго. Бляха. Пожалуйста, топи, газелечка дорогая. Нет, 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 я тебя не пущу. Хрен тебе, по встречке лупи через две сплошных. Ему вообще пофигу. Во, зараза. Это реально погоня. Так, что-то он там походу бодается с зелком. Надеюсь, зелок там в воду не упадет, потому что он сразу наймом нашим перестанет быть. Топим. Штрафик. Третий штраф, да? За превышение. Нам пофигу. Нам главное лицензия, потому что нас нанято автомобилей не так уж и много. Чем мы хотя бы везем вообще? А на пепсин долбанный. Наркотики какие-то. Я, кстати, на топливо даже не смотрел. Ну, хотя, в принципе, логично то, что мы пересели на тачку к найму. Там всегда бак будет полный. Опа. Так, ну учитывая, что все сзади, летим на красный, мне пофигу. О, зеленый. Ну блин, это был желтый, короче, меня штрафанут. Срезаем все дороги. Но тут всегда стоят на обочине справа, чего их сейчас нет? Странно. Так, разгружаемся. Че, может сразу в бухту лупанем? В бухту есть что-то, нет? Шахта, не то. Давайте бухту мне. Южной нет. Бухта есть. Четвертый из четырех. О, блин, это хреново дело. Ну ничего, шансы все есть. Немедленно остановите машину. В шесть скрин сделал. Что случилось? Ну блин, эта зараза денег не возьмет. Командир, может договоримся? Угу. Косарь. Прось на красный свет и попытка подкупа. Ну блин, почему... О, зеленый. Шикарненько. Копы везде, смотрите, там было две тачки, тут еще две. По карте, где кто? Ой-ой-ой-ой-ой. Ну в принципе шансы у нас есть. Да вы задрали, да сколько можно. Я ж на зеленый проехал. Или за превышение. Превышение, ну понятно. Что тут еще могло быть? Кроме превышения. Так, четвертый из пяти, ну судя... А нет, там беленькая машинка. Думал, наш найм за нами едет. А, так там наш один найм. А нет, два.
Думаю, только что было 2, думаю, наверное, показалось. Так, Control. Топливо бесплатное. Пытаемся догнать и по пути будем нанимать тачки. Может сохраниться на всякий случай. Да нет, по-любому будет тачек. А здесь по пути достаточно. Так что мы на них кого-нибудь успеем. Но я лучше сохранюсь. Лучше сохранюсь. Вот на это вот сохранение. Сохранить, отлично. Все, летим. Главное теперь всех уделать. Газ в пол. Надеюсь, у меня все получится. Главное аккуратно рулить, чтобы не вылететь с дороги. А интересно, если вот ехать с грузом и пересесть на другую тачку, ну, в смысле, купить другую тачку, у нас груз перегрузится и останется в прошлой, типа, сразу, или же неустойка какая-то будет. Как это все происходит, мне интересно. Давай, блин, Ренушка Магнум топит, вон Актрос еще спереди. О, так это другой найм, куда ты щемишь меня? Нет, далеко слишком, я уже хотел нажать плюсик. В идеале было бы поехать по встречке. Мерсик тоже меня пощемил, тварь! Вы видели просто это? Вот Магнум щемил, а Мерс защемил. А у кого это роза вообще? Джон, что тут, две тачки их едет, что ли? Да чтоб вас, засранцы. Давай, газелечка, давай, дорогая. Блин, тот вообще уже жестко уходит от нас. Именно жестко. Он Магнум синий, вообще красавец. Стоит. КамАЗ, что ли? Вы серьезно? Это КамАЗ так тупит? Ой, тупит, топит. Да что вы меня все пытаетесь защемить? Видите по своей полосе. Сколько у меня лицензий? Одна лицензия. КамАЗик, ну я тебя должен уделать. Ну КамАЗ я по-любому уделаю, как там включить дворники? Потому что там будет развилка очень хорошая, мы на ней жестко его опрокинем. Поэтому я сейчас пока без контрола топлю, потому что сейчас дождь, очень скользко. Мне нужно сейчас урвать найм, потому что сейчас справа должно быть две парковки. Ну, раз дает обогнать, то почему бы и нет? Если есть возможность. А нет, слева парковка. Но блин, значит спереди вот сейчас справа 100%, это я точно знаю. Тормозим немножечко. Магнум, пожалуйста. Да, Игоря наняли. Отлично. Все, плюс одна лицензия есть. И сейчас будет еще плюс одна. А нам в идеале будет лететь обратно, потому что здесь найм всегда есть. Нормально бабок поднимем. А КамАЗ топит, да? Как смотрите, там даже Мерс его уже догнал. Мерс, понятное дело, быстрее. Дождь такой хороший идет. Чуть-чуть осталось до бухты. Совсем чуть-чуть. Газельки не хочу нанимать. Газелька прикольная тачка, быстрая. Но по грузоподъемности она слабенькая. Поэтому доход с него будет вообще никакой. Все растянулись. Первый из 7, значит 8 тоже должен быть. Потому что никогда не бывает такой у нас гонки, чтобы было или 5 водителей, или 3. Всегда вот или 4, или 6, или 8. Ой-ой-ой. Тихо, блин. На, убился, просто вымер как динозавр. Две штуки баксов, давай в пол топи. КамАЗ там догоняет, автобус всех щимит. Дворники вырубаем. Боже, даже не хочу оглядываться, не хочу смотреть в зеркало, что там творится. Там наш найм даже, смотрите, как быстро летит. Он-то без груза, но он всех догоняет. Тихо-тихо-тихо, несет газель-то как. А те из Приозерска куда делись? А, они в Южный, как один залез, другой в Южный. Даже не знаю, может сейчас выиграем лицензию, поехать в ключи, взять тачку и поехать дальше в Ельнино. Но хотя с лицензией мы точно не протупим, если поедем в сторону Приозерска. Хотя в сторону Приозерска, в принципе, можно, наверное, и тачку заказать. Я не знаю, конечно, но можно попробовать. Вот здесь мы бы обогнали КамАЗ точно, потому что они пока по развилке будут ехать. И вот здесь вот так вот всех оп-оп-оп и все. И я первый.
Замечательно. Посмотрите, как все близко едут. Они уже на этой развилке. А если бы я на Зилке ехал, я бы их никогда в жизни не догнал бы. Но если газельку настроить хорошо, то все, она будет так валить. Может, Приозерск еще один груз взять? Одна лицензия. Давайте, грузы, 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 грузы. Шахты, нет. Залеск, 8700, нет. Боровое, нет. Южный, ну, блин, Южный мы бы обогнали, но не хочу. А где прицепчик мой, походу? Все, тогда летим обратно, берем в найм что-нибудь. И там, по идее, можно из Тошки попробовать заказать тачку. Скорее всего, она будет в бухту, судя по размещению городов. Оно же не по дорогам считается, вот именно по расстоянию до города, вроде бы. Нормально. Бывает и такое. И, ну и по сути сможем вернуться в бухту и взять себе тачку нормальную. Блин, да наши все наймы за нами ездят, походу. Так, что у нас по наймам? Игорь, которого наняли, смотрите, у нас два КамАЗа, две Реношки, один Зилок. Обычный один Зилок тягач, а нет, два Зилка у нас обычных. У нас всех тачек по два, только Сафари, странно, и Зил тягач, и все. То есть всего сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь наймов. Неплохо, 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 неплохо. Может, такую неплохую долю рынка имеем. F3, если нажать, а, нет, F2. 14%. А Джон 5,5%. Ну потому что что там у Джона? У него Магнум, да, там и что там, Мерсик был? Я не помню, там две тачки вроде бы его ехали. Кстати, в старой версии игры кайманы были только у мафии. От 8.1 или 8.2, какая у меня тут. Получается, кайманы и гражданские, то есть их даже купить можно. А раньше, помню, только у мафии были. Так, газелька немножко в заносе, походу, пошла. Кто-то в бухту приехал, сейчас деньжат поднимет. А, нет, уже уезжает. Ну, в принципе, да, посмотрите, там до ключей вообще чуть-чуть ехать. Я бы тачку взял бы, я бы успел бы оттюнить и сгонять за наймом. Но лучше не рисковать, потому что найм нам нужен всегда. И, кстати, раньше игрушка на старых компах всегда часто вылетала. Поэтому только берешь найм, ой, получаешь лицензию, сразу сохраняешься. Если берешь найм, тоже сразу сохраняешься, чтобы мало ли что, если вдруг она вылетит, чтобы все сохранилось и не приходилось заново ехать. По идее, сейчас там на той же парковке, где я нанял чувака, там уже должна стоять новая машина, потому что свободных наймов еще много. Еще машин штук 40. У нас 8, у Джона 2. Все остальные там катаются просто так. Так что сейчас там по-любому будет тачка. А может и не будет, кто знает. Сейчас проверим. Тихо-тихо-тихо. Не видно, я не вижу. Такого ракурса, газелька вообще маленькая. Нет, нету, странно. Но здесь никогда не стоит больше одной машины. Здесь всегда одна стоит. А на всех других парковках по две стоит. А здесь почему-то всегда одна. Наверное, потому что с поворота вылетаешь так, что можно и не заметить. Че, Сканию берем в найм? Кайман Петрович. Петрович, поедешь со мной. Что у нас по деньгам? 223 тысячи. Слушайте, так у нас бабок валом. Так, ну давайте, наверное, F5. Продавец, прием. Ответ. Нужна помощь? Конечно. Хочу заказать машину. Выбирай. Давай, выберу. Приозерск. О, ну, блин, ладно. Прокатимся на ней. Если мы что-то найдем нормально. Вольвешник. О, Магнум. Магнум есть, Магнум есть. Кто скажет, у нас, в принципе, и так два Магнума. Нужно пересаживать самое такое по... чтобы тоннаж был высокий. 16 тонн, дафиг. Так, стоп. Выбор, кстати, неплохой. Смотрите, в дафике тоннаж в два раза больше, чем в зилке. Может, зилки реально продать?
захватить долю рынка потом. Ну, например, вот шторм я вообще не хочу, он меня бесит. 16,5 тонн. Ренушка. А я думал, в ДАФе много. КамАЗ-10. Рено берем. Берем Рено. Синий. В Приозерск. До встречи. Что, может, на Камане прокатимся? Что тут подумаешь? Салон от Скании какой-то у него. Приозерск ехать чуть-чуть, может... Кстати, мы-то по пути можем сейчас Рено и взять. Помните, там стояла синяя Реношка Магнум? Можем реально сейчас жестко так пересаживаться по тачкам. Я нафига, получается, сейчас заказывал, если она там сейчас все равно стоит? Или просто так бабки чуваку отдал? Блин, какое говнище, он вообще не вписывается в повороты. Опа, а контрол, если нажать, он походу может даже и боком полететь. Тихо. На нем опасно ездить. Разгоняется, ну как газель, наверное, если не хуже. Дождь. О, да, вон. Стоит наш Рено. Я его, пожалуй, заберу. Так, ну, значит, что мы делаем? Я не знаю, в принципе, зелок я отдал, пофигу наймам, они тюнячие или не тюнячие. Можно, в принципе, даже забрать обратно свой ЗИЛ. Да? Он, в принципе, куда ехал? Приозерск, оттуда в бухту. И сейчас с бухты едет куда-то. Давайте пересядем на ЗИЛ. Будем сейчас делать жесткий вес. Куда едем? Ельнина. Ну, неплохо. В принципе, мы все равно никого не догоним. Из Ельнина в Приозерск, в принципе, блин, было бы близко. Но провтыкали мы свой заказик. Но зато там купили... Магнум. Почему бы и нет? По-моему, неплохо. Вот мне интересно, почему наш найм, который мы только наняли, он поехал в Приозерск. Наверное, потому что в Приозерск не по дороге, а просто по воздуху ближе всего, поэтому он поперся туда. То есть, естественно, и тачка нам туда предложили. Потому что по дорогам бухта-то ближе, чем Приозерск. Нам почему-то именно так туда посоветовали. Можно, кстати, попробовать ворованное что-нибудь сейчас заказать. По идее, вот здесь сейчас на спуске что-то будет. Я вряд ли их догоню, хотя... Ну, блин, я не знаю. По рации, давайте, дотянется рация наша или нет, до Вольво, до той. Продавец есть. Джон. Это Джон, кстати. Джон? Так ты ж наш этот... соперник. Ельнина, зелок. Нет, спасибо. Нифига нет у него. Доставка, кстати, очень дешевая, видели? Блин, нужно догонять. Нужно догонять, потому что есть шансы их всех обделать, обставить на светофоре. Но сейчас там будет после вот того поворота жесткого, будет такой прям миг нереальный. Они там сейчас так будут топить. Тут горелые просто. Потому что мне нужно жестко оттормаживаться, у них тут дури. Хотя стоп, у меня-то зелок заряжен, я могу их таранить. Ох, нет! Блять. Зараза. Пока тупил. Думал, все, вписался. Но раз рулем туда-сюда, вроде бы проезжает, но в то же время начинает тормозить. И как-то ситуация такая странная и тупая. Плакал мой найм. Плакал. Пожалуйста, светофор. Пожалуйста, красный для всех. Но если я их только увижу, он может быть красный для всех. Если я его не увижу вместе с ними, то он для всех будет зеленый. Но я все равно буду пытаться. Денег у нас много, мы можем себе позволить. Ой-ой-ой-ой, чуть не опрокинулся, офигеть. Вот это я закладываю в поворот. Просто 80 на зеле закладывать в поворот, это очень опасно. Так, это наш соперник, да? Прет. Скания, ой, Скания, боже, Вольво, ты че? В своем уме? Че ты творишь? Красный, блин, шикарно. Куда ты поехал, мудень? На красный поехал. Хрен тебе, мой найм. О да, о да. Две лицензии, черт его дери. Две. Ух.
Неплохо. Так, зелок берем. Зелок продажи. Вот это в найм. Андрюха. С нами пойдешь? Так, Алекса пока нет, мы сейчас шторм возьмем. Нет, шторм не то. Знаешь, берем кайман. Отлично. Сколько? 4 найма за серию, да? Офигеть. Вот это мы жирно прошли. 71 тысяча. Да, 71 штука осталась. Нифига себе. То есть у нас уже нет денег заказывать тачки. Реально нет. Шторм, например, откупить сейчас, ну, в принципе, можем. Но это будет сложно. Народ, думаю, что на этом мы закончим нашу серию. Надеюсь, вам понравилось. Не забывайте подписываться на мой канал, все ссылочки есть в описании под роликом. Ну а с вами был Алекс, и всем пока-пока.